Привет всем! С вами ваша Silva Butterfly. Меня часто просят снять видео «Собирайся вместе со мной». Я всегда противлюсь, потому что, ну как это так, показать себя в таком неглиже. Но все равно же я крашусь, и все равно же я мажусь. Я сейчас просто буду собираться, а вы собирайтесь вместе со мной. Буду болтать. Буду краситься, пока зачем я крашусь, приводить себя в порядок. Ой, какой ужас. Так. Ну вот, где-то так. Ну так вот, продолжаем. Называется «Собирайся вместе со мной». Немного пудры. Так, совсем самую малость. Теперь я выбираю палетку. Сегодня я, скорее всего, выберу палетку, которая соответствует моему наряду. Это моя любимая палетка с такими красками, что прелесть. Мне нравится больше всего это шампанское. Называется она нудист. То есть, помните, я вам показывала стилист, нудист и еще что-то там. У меня их, по-моему, 3 или 4. Но вот это моя любимая. И сейчас я буду краситься. Так. Мне нужен свежий спонжик. И начну. Как я это делаю, как Бог на душу положит. Так как вот этот цвет бургундского вина, или что он там, он очень классный, и он, конечно, очень модный и опасный. Но я делаю. Так. Это у меня будет не как бы самая нижняя века. Сейчас. То есть как это нижняя века? То есть самая ближняя к глазу века. Я вообще такой стилист. Макияж, стилист, просто прелесть. Далее. Какой же мне цвет выбрать? Выберу вот этот вот золотой шампанского или такого золотого, ну как это, даже не знаю, классное золото, я бы так сказала. То я его нанесу вот так. Так. И я делаю такую немножко, как бы горочку. В стиле твиги. Так. Что я еще делаю? Я, видите, обмазываю с обоих сторон, чтобы, когда я закончу макияж, у меня тени будут в первозданном виде. То есть там не будет никаких остатков от кожи, ничего. Оно будет в свежайшем виде, как и есть. Ну, прическа, конечно, я замутила знатную. Далее. Тут еще остаются очень приятные цвета такого светлого шампанского и такого игристого шампанского. И самого моего любимого супер шампанского, я так скажу. Вот. Наверное, я нанесу супер шампанское.
Ну и вот немножечко так вниз. Вообще желательно нанести контур вот этих вот красных теней. Я же, честно говоря, рискую, чтобы не были глаза такие как бы красные, как у кролика или там как у вампира. Но я постараюсь. Видите, как я делаю? Я делаю тенями вниз. Как будто бы подводка. Это мой собственный стиль. Я как бы не смотрю этих стилистов-визажистов, как они делают. Потому что я знаю 100%, что я так делать не буду. Это я сейчас так медленно крашусь, потому что на камеру. А это было бы еще вдвое быстрее. Остается теперь у нас тушь. Но прежде чем как сделать тушь, покажу крем. Сегодня я его открою перед вами. Это вот это мой любимый Mystic Lover. Таинственный любовник. Сейчас нанесем. Так. Какой же ты таинственный любовник. Так. Еще я люблю вот так красить, вернее, мазать руки. Уже после туши. Ну, на камеру что-то сделала раньше времени, ладно. И вообще, все через одно место. Вот даже я хотела в самом начале побрызгать для настроения. Но теперь уже поздно, потому что этот Mystic Lover, мистический любовник, все перекрыл. А это у меня было бы для настроения Cherry Pop. То есть Cherry Pop — это вот такая вот пепси-кола или просто напиток из вишни. Пепси-кола вишневая. И что теперь? Теперь у меня будет тушь. И бог ведь какая, Лореаль. Но Лореаль, кстати, мне нравится по качеству. Иногда она мне даже спасает по сравнению с крутыми Ланкомами и Клорансами. Я делаю верхнее веко. Упс. Так. У меня столько всяких интересных новостей. Но почему-то, когда я крашусь, я хочу молчать. Так. Не то чтобы я сильно прокрашивала это все дело. И не в привычной форме. Где-то так. Не знаю, нижний покрасить или нет. Я обычно не крашу. Вот так, две реснички здесь и две реснички здесь. Не буду увлекаться. Так. И достану помаду. Вот у меня вот эти три новых. И еще у меня там куча новых. Один раз использованных, два раза использованных, которые я вам делала репортажи. Какой же мне выбрать? Выберу вот такой. Кьюа, мой любимый. Цвет называется Red Devil.
Красный дьявол. Так. Вообще обожаю вот это Кьюо. Тот, кто в Канаде, в Торонто или в Монреале, хватайте. Ну что, вот это разве не кайф? Еще такой рисунок здесь. Вон. Как у этого, этот Burberry. У них там что-то в этом духе тоже, вот такое вот гусиная лапка выдавленная. Ну что ж, начну. Так. Первый раз ее одеваю. Какая она мягенькая. Какая она приятная. И вот такая еще крышечка на этом, на магнитике, смотрите. Так, это сделали. Парфюм у меня будет. Вот этот вот. 2 a.m. kiss. Поцелуй 2 часа ночи. Я сделала вам репортаж. Но вы что-то так не особо его посмотрели. Хотя аромат забойный. Это аромат супер дорогой помады. Современные, супер современные духи. От Derek Lam. Называется Derek Lam 10 Crosby. 10 Crosby — это улица, на которой эта фирма. И я купила еще аромат Дождь. Но это что-то с чем-то. Это супер. Я сделала видео, опять же, никто не смотрит. А, я только на английском поставила, потом поставлю на русском. Ну, пожалуйста, посмотрите, это стоит того. Не все же мне делать видео про винтаж или еще что-то такое. Вот вам современное. И завершающий аккорд. Надо было с самого начала сделать. Лак для ногтей. Не бог весь какой. Чисто такой розовенький. Я уже крашу так, на автопилоте. Хочу с вами поговорить обо всем. В Ютубе многие будут изменения. Я уже как бы подстраиваюсь под это, но не знаю, насколько я подстроюсь. Может быть, я даже сохраню тот альбом, в котором миллион моих видео, а может быть, не сохраню. Я еще никак не могу, как это сказать, сохранить так, как мне хочется. Ну вот, сделала лак на один слой. Не бог весть какой. И, в принципе, вот вы и собрались вместе со мной. На этом я заканчиваю свой репортаж. Ждите меня в следующем клипе. Всего вам самого хорошего. С вами была Silva Butterfly, серебряная бабочка. Пока-пока. Забыла убрать остатки туши. Теперь сделала уже, показываю. Это уже точно пока-пока. Еще забыла. У меня есть вот такой вот хайлайтер, который я каждый раз забываю. Но надо было сделать так. Если кто-нибудь что-нибудь увидит, скажите.